Всем привет, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, гости и зрители моего канала, с вами Даев. Мы продолжаем прохождение сценария Escape from Mars. И, в общем, пришел я к выводу, что краулер мне все-таки необходим, притом очень необходим. Но в первую очередь мне нужно восстановить свою осу. Осу Скорпиона и Жала, чтобы если что-нибудь вкусненькое приедет, мы этим обязательно займемся. В общем, давайте посмотрим, какая работа была проделана. А проделана она была опять многочасовая. Вот так вот у меня выглядит мой муравьед. Вот такой вот он. Злобный будет на турелечках. Турелечки будут обязательно с авторемонтом. Все как положено, но для этого мне надо все это недоразумение проварить. Хотел сделать такую штучку. Ой, лайк показал. Подписывайтесь, оценивайте, ставьте лайки. В общем, хотел сделать распиливатель. Но немножко с размерчиком ошибся. Поставил его совершенно не в то место, где мне надо. У меня очень узенький получается ангарчик, который, кстати, уже довольно-таки симпатично смотрится. Вот такой вот у меня ангарчик. Немножко освещение. Вот здесь вот у меня окошко будет когда-нибудь. Здесь у меня будет всячески освещение. Вам нужен строительный компонент. Ну, как всегда. Никто не набросал строительных компонентов? Нет, вроде. Сейчас. Вот, пожалуйста, освещение. Раз. Да здравствует FPS-ы. В спесь инженерах. Огромное спасибо за комментарии. Очень рад, что вам понравилось, как от меня... Чуть не сказал. Убежал этот... Гадкий... Бот. Он убежал, но обещал вернуться. Вот, уже прям светло. Прям как днем. Ну, в общем, окошки у меня здесь будут, и вот этот вот резак мне нужно будет перенести вот сюда. Значит, мы сюда поставим поршень. Идеально, кстати, по высоте получается. Поршня у меня здесь нет, естественно. Что-то начал вылетать инженеры иногда. Притом, лок не может прочитать память. Ну, всяко бывает. Всяко разное, это не заразно. Хорошо. Пойдет. Теперь нам здесь надо вырезать все вот это вот недоразумение. Главное сейчас не распилить корабль на две части. Это будет прям самый эпический фейл, который вы только могли бы увидеть. Столько часов. Это что-то с чем-то. Такс, и еще ряд. Я там не упаду? Нечаянно. Вроде как не должен. И еще ряд. Так, вот такая вот у нас сегодня будет немножко строительная серия. Потому что все время только воевать я не могу. Игра про строительство. Это песочница для строительства. Так, ну и с голой жопы я, конечно, тоже не хочу лезть на рожон. Уж больно неоднократно меня выносили. Так, не вижу, как он будет стоять. Хорошо. Уберите. Уберите это недоразумение. Как же я счастлив, что они сделают. Так, мы хоть резаки ставим? Вроде как резаки. Так, так, так. И еще один. Хорошо. Нет, многовато. Ты был ошибкой. Ой, подфризило. Как красиво все-таки здесь. Птичек не хватает чирикующих. Но на Марсе, по крайней мере, у нас хороший FPS. И на том спасибо. Текс. В эту сторону 3, в эту сторону, естественно, 4. Нет, нет. В общем, не буду я большой площадью это все делать. Будет гребеночка. Мы будем ехать. И ее инвентарь из full. Хорошо. Провариваем далее. Не могу? Не могу. Тебя могу? Сейчас мы немножко свой инвентарь облегчим. И по максимуму проварим все, что мы можем. В общем, сверху. Ага, надо это как-нибудь зафиксировать и закрыть тройной, если не четверной, стеной. Потому что... Вау, чуть не уехал. Так, мне нужны резаки. Нями. Нями. Изи инвентарь называется. Данная модификация, которая позволяет собирать одним нажатием кнопки мыши то, что у вас есть. Тебя сварили, тебя сварили. Тебя не сварил, тебя не сварил, да? Сейчас это пильнешь, и все повываливается. В общем, прекрасно справляется скрипт со своей задачей. Наполняет.
о чем можно было еще мечтать. Совсем немножко мне осталось доварить этот блинский краулер и выложить его для вас в мастерскую. Ну что, проверим, как он работает. Давайте проверим. Головку доварил. Нет. Поршневой палец. Это палец, оказывается. А я думал, все, головка да головка. О, сколько у меня тут труб. На все пальцы хватит. Обоих рук. Варись. Палец. Все, сварился. Тут моторов не хватает. Ну ладно. Так, ничего не помешает? Помешает. Помешает вот этот вот блок. Мы уже проезжали с этим. Так, проверяем. И вот этот. И вот этот. Что такое большой-то? Нифига, у меня тут блоки тяжелой брони даже есть. Офигеть. Не встать. Япона, мать, у меня вся вот эта из тяжелой брони. По-моему, кто-то тут обшибся. Вместо того, чтобы здесь вот под колесо сделать, сделал до хрена. Ладно, это я все за кадром, естественно, спилю. А сейчас мы проверим с вами, как эта штука будет работать. Берется. Хоп. И реверс. Ничего сложного. Брюки превращаются. Представляете, там находиться? Нет. Ротик так открыть. Интересно, он меня вдавит? Ладно, экспериментировать не буду, жить хочу. И здесь он на такой высоте останавливается, и мы едем, и он бжж. Все шикарно. О чем можно было еще и мечтать. Теперь надо установить двери. Если быть точнее, блоки двери. Нету. Ну ладно, добудем. Кому-то же нравится и строительство смотреть, я надеюсь. Тут все не так сложно. Тыкс, тыкс. Чпоньк, чпоньк, чпоньк. Чпоньк. Хорошо. Обыкновенный. Семерочку. И совершенно ничего не мешает. Кстати, открыл для себя такой блок, как вот такой вот угол. Никогда раньше им не пользовался, да даже и не видел его. Оказывается, он шикарно смотрится. А, это угловой. Угловой. Еще бы мышка не глючила, вообще бы цены бы и не было. Такс. Это не позволит нам туда упасть и этому всему сломаться. Лишний орган. Шикарный блок. Ни разу не видел. Ну или не обращал внимания. Так, и тут как раз нужен угловой. Идеально. Смотрите. Волшебство. Я не волшебник, я только учусь. Реверс. До высоты 5 метров. Переехал. Я бы хотел, чтобы он заподлицо останавливался. А, я не то крутнул. Я вас понял. Минимальная 5. Максимально 10. Чуть побыстрее можно это делать. Бжижик. Страшно. Сам писаюсь. Хорошо, теперь мы туда не упадем. Ну, чуть, конечно, пониже надо, но тем не менее, мы туда теперь не падаем, и такая вот красота у нас здесь висит. Так, на что, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что морда, в принципе, у меня готова. Надо придумать авторемонты на эти турели. Ну, на эти-то турели можно сзади подвести авторемонт. А здесь вот вниз я уже не смогу, только сбоку, да? Как мне не хочется ослаблять конструкцию-то. Кто б только знал, дорогие мои друзья. Вот сюда вот сварщик. И он, надеюсь, будет проваривать ее. Но это мы узнаем только в следующей серии. Ладно. Такс. Мне тут еще проваривать, просто увариться. Но мне уже нравится, как он смотрится. Прям. Ух. Надо вот эти вот было опустить. Чего не хватало-то хоть? Строительных компонентов.
ту его кучу строительных компонентов не хватало. Сейчас мы скинемся. А, мне же еще надо теперь и эту приделать. Оторванную присосу. Бжик. Бжик. Бжик, бжик, бжик. Надо еще поглядывать. Едет ли кто к нам? В гости. Так, грузовые транспортные суда. Это вот так. Пшик. Строительных компонентов не хватает. Полетели за строительными компонентами. Уии. Надо еще колесо подчинить. Кстати. Сможешь починить колесико-то? Пшик? Нет, не смог. Не достает. Кстати, прекрасно заезжает мой транспорт. Сейчас посмотрим, чего не хватает. Скорее всего, труб каких-нибудь гадских. У меня колесико немножко поломалось. Маленьких труб, строительных компонентов и больших труб, да? Отсюда мы можем уже доставать? Можем. Так, то его хочет строительных компонентов и маленьких труб. Как же я мечтаю о кнопке, которая будет группировать все схожие вещи. Даже себе представить не можете, насколько я это мечтаю. И помните, сколько нам рисовали новые обложки, друзья мои? Сейчас. Нарисовали. Текс. И, кстати, он очень даже неплохо заезжает туда. Так. Так, так, так. А! Склероз. Туплю, туплю. Дайв тупит. Дайв 7 часов строил. Всякую эту фигамотину. И теперь уже начинается... А, моторы нужны были. Моторы и компьютер. Хорошо. Это я прям в тебя скину. От тебя заберу моторы. И моторы в кабине, понятно. И компьютеры. Сделаем присосу. Затаримся. Моторы, компьютеры. По полной затаримся и будем провариваться дальше. По максимуму. Стал у меня коричневый такой. Надоел он мне синий. Ах, зачем я голубой? И это только нижняя. Конвейерная. Чуть не сказал. Долги мне, женщина. Что-то вот теперь женщина с нами не разговаривает. И так скучно стало. Раньше было. Ну, у этого, ну, у этого. А тут теперь всего... Всего хватает. Так, 8-8. Половинку просим. Все, хватит. Ями. Так, вот такой вот я лихач. Хопа. Хопа. Опыт. Сын ошибок трудных. Гений парадоксов вдруг. Свар. Свар, 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 свар. Вот почему-то теперь раньше вверх было, а теперь вот здесь мал пишешь, и он становится основным. Так, что мы сюда? Трубы, маленькие трубы. Охренеть, балки. Ладно, давайте сотенку балочек возьмем. На стекла кранов, которых у меня ни хрена не... А, нифига, что так висит? Трубы. Понятно. Поп треснет от такого количества. 100 балок. 100 балочек. 100 труб. Так, 100 моторов. Вдруг. Вдруг чё? И на сдачу пластин. Так, следующий. Пластины, трубы, 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 трубы. Так, экранов-то у меня, по-моему, и нет ни хрена, да? Пластин вот совсем мало. Точнее, места под них совсем мало. У меня есть еще вот такая вот штука. До хрена. Хорошо. Бронированные стекла, естественно, забрать. И что мне еще понадобится? Компонентов очень мало. Треснет. Конфирм. Так, труб. Труб, 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 труб. Труб совсем мало. Это есть, это есть, это есть, это есть. Пластины есть, бронированных стекол есть. Тут совсем печалище. 600-500 тысяча, да? Тысяча компьютеров. Заберем. И вроде бы как все,
что может мне понадобиться в ремонте данного летающего аппарата. Вроде да. Вроде все. Все, отстыковываемся и падаем. Нет, не падаем. Кстати, добавил по трастеру, потому что совсем там было. Жуть. Жуть какая-то. Есть кто? Слиткурана охраняется. Нет, слиткурана не хочу. Что-то у меня моя солнечная панель куда-то не в ту сторону вывернулась. Ну и, как говорится, на нее. Не до нее. Так, вид из кабины. Та-дам, у нас есть большой сундук. Та-дам, у нас нет большого сундука. Металлических решеток и один экранчик. Обойдемся. Металлических решеток, это я сейчас вниз спущусь. И будет там ведро металлических решеток. Я думаю, даже на задней подвеске можно их и убрать. Металлические-то. И поехали провариваться. Смотрите, какая крысотень. Нет, Фенок, это фанфастика. Все, кончились у меня пластины. Пипец. Подлетел один пшик и все. Как же они хреново сделали теперь с этим? Как бы это помягче сказать. Так, с авторемонтом ракетница вот будет. Мы ее даже проварим. Если хватит когда-нибудь пластин. Чего-чего она там поговорила со мной? Слиткурана, мотор. Моторы едут. И моторы, по-моему, опять будут с... Как же херово. Два сигнала. Слиткурана, конвой, да? Два сигнала. Гроубаза, моторы. Моторы только выехали оттуда. Или едут туда. Хрен пойми. Ладно, разберемся с этим позже. Сейчас проварим им глазки. Паучковые. Хотя стеклышко надо проварить. Мне же интересно, как это все будет смотреться. Простите, пожалуйста, не первый час. Текс. Вот такая вот зубатка. Вот такое вот стекло. Вот такая вот крыса-тень. Вау. Такая вот ракетница. Может, на ракетницу хватит? Нет, на ракетницу, к сожалению, не хватает. Все больше и больше. Думаю, вполне будет защищена. Вот такой вот покемон. Так, и теперь мне очень интересно. Сейчас мы его приземлим понежнее. Представляете, это вот за полчаса я практически ничего не сделал. Сколько часов на это уходит? Упадешь? Нет, стоит, как молодой. Текс. Мне нужна какая-нибудь панель управления. Теперь эти вот прожекторы будут меня слепить. Почему вот на больших прожекторах нет панели управления? Панель. Текс. Паник. Пойдет. Пшик. Пойдет. И двери. Двери. Что-то совсем у меня скрипт, по-моему. Заболел. А я, наверное, это не отпустил. Да нет, все, он не отпущен. Да. Один забыл отпустить, поэтому у него крышу снесло. Не критично. Так, закрыто. Боевой режим. Вот такая вот щелочка остается. Как раз для управления. То есть шальная пуля нас не встретит. Но здесь какие-нибудь решетки можем придумать. Или еще что-нибудь придумать. Сюда вот, в принципе, можно все что угодно поставить. А раз сюда можно поставить, значит, мы можем какие-то решетки сделать. Надо и посмотреть их, кстати. И как их сделать. И как их поставить. Вот такие вот, по-моему, не встанут. Вам нужна пластина. Как ты же меня уже достал, а? Бжик-бжик. Раз, два, три. Вертикальное окно. Смотрите, какая прелесть. В боевом режиме. А сверху нужны мостики тогда. Мостики. Присоски, надеюсь, в ближайшую пятилетку не оторвет. А хрен ты так его поставишь. Жаль. Нет, в отстегнутом он мне больше нравится. Кстати, а если его проварить, вообще ничего видно не будет, да? Нет, будет все шикарно видно.
Здравствуй, поезд. Знакомься. Очень знакомо. Ну, в принципе, нормально. Небо в клеточку, друзья в полосочку. О, два. А, у меня здесь нет. Так, моторы едут, кстати. За моторчиками я бы слинял. Чё я пешком-то бегу? Поехали за моторчиками, друзья мои. Наведаемся. А, у меня же О2 не хватает, блин, а я тут водородием затариваюсь. Ями. Текс. Много. И где-то у меня тут баллон с кислородом. Куда тут баллон с кислородом уже дел? Надо на всякий случай с собой брать. Так, ремочки на гатлинге. Как я мечтаю уже доделать краулер, чтобы совершенно спокойно ездить, автоматически все чинилось. А пару гатлингов есть, ремочки. Можем ехать. Можем выезжать. Так, нормально что ли все? Нормально. 89 урана. Ни хрена себе урана. Поехали. Куда едем? 8,7 километров, да? 7 миль для бешеной собаки не крюк. Успеем мы в этой серии? Видели такой аттракцион, когда по шарам ездит? Я с детства помню. Поворачивай. Так, успеем или не успеем мы? Где эти, блинские моторы? Вообще ни хрена не видно. Надо вот мордочкой, что ли? Ни хрена не мордочкой. Чем-то надо, а чем не сказали. Вот не доделали. О, зато какой у меня вид. Мотор в 5 километрах туда, да? Ну там, по-моему, и этот конвой тоже в 5. Ну я так обязательно в какой-нибудь камешек приеду. Тикс. Подготавливаемся. Почему-то у меня одна турель все время в зад смотрит. Принципиально. Так, сейчас будет экшен. Надо, кстати, проверить на турелях, все ли хорошо. Малые корабли, ракеты атаковать. Че, дура, что ли, не атаковать ракетой? Так, все нормально, радиус нормальный. Простите, пожалуйста. Это что за покемон? Что это? Орган какой-то. Что? Ну-ка, притормозись-ка. Я тут был? Или не был? Оу. Это у него все обвисло. Какая хорошая штука. Надо оставить меточку. Навигация новая с текущей позиции. Ам. Да, F2, баки. Да блин, баки. Баки. Ага, пойдет. Ага. Поедет. Потом буду вспоминать 10 лет, что это за хренота была такая. Так, ну а мы идем на перехват. 2 километра. Моторы. Ну, правда, там экскорт, но у нас тут много, и мы в тельняшках. Включаем авторемонт, который я, блин, не сделал. Ебаный дурак. Ладно, будем надеяться, выживем. Не впервой. Посмотрите, они прям друг с другом едут. Хочу моторы. А мне нифига. Да, хороший авторемонт. А чё ж ремонтирует-то? Чё он не стал активный? Оружие переключено на сварщик. Да ладно. Так, сбрасываем скорость. Сейчас будет эпический конец. Понятно? У меня камера-то хоть есть посмотреть на этих хостелс? Ой, а чё это он? Розенбаундился. Что с ним произошло?
Бедняжка. Перевернусь. Так, ну-ка, тишина. А то сейчас... Мы сами справимся. Так, 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 ну-ка, стоп. Не, стреляй, сучок. И турель уже горит. Так, турель вынес. По крайней мере, камеру вынес. Все, хорош. Там чё? Ну, это, правда, не мотор, но это слитки урана, которые нам нужны. Здравствуйте. Немножко тут пострадало. Проверяем. Тут стальные пластины нужны. Тут стальные пластины нужны. То есть он вверх не стреляет. Да и член... Ой, простите. Да и фиг бы на тебя. В чё ты там стреляешь? Тут все нормально. Все нормально. Все нормально. Все починили. Все, что ломалось, все починили. Так, моторы нужны. Там уж пару трастеров выбило. Хорошо. Мотор. Есть. Мотор. Есть. Один мотор мне подожгло. На который, к сожалению, нужен строительный компонент. Которых у меня дых. Фига. Так, ну что, полетели. Включаем трастеры. Включил, что ли? Сейчас, блин, полечу. И отстыковываемся. Включаем трастеры. Что ты хочешь? Батарейка села. Доездил сам. Нет. Есть все. Что ты? Дурная. Уж. Еще уговаривать надо. Так. Проверяем. А, камер-то и нет как раз, да? Ну ничего, мы так нежненько подлетим. На этот раз я ему попочку-то отпилю, я уже ученый. Хоть он и целенький тут едет. Дай-ка я тебе сзади пильнану. Все, приехали. И смотрите, он практически целый. Опять мы возвращаемся от того, от чего начали. То есть на него мутить стыковочный блок и как бы его, блин, перевернуть-то. Но чинить не буду. Нахрен. Этот практически целый. Сейчас пильнешь эту турель, и она это имбанет. Это мы тоже уже проходили. Так, мне нужно добраться до его мозгов. О, по крайней мере, до кабины добрался. Кабины не хочу. Хотя хочу. Немножко хочу. Так. Смотрите, я уже наловчился. Бля. Как это сложно. Так, кабина есть, да? Теперь мне надо вскрыть его по брюшку. Как порядочную. Ага, дистанционочка. Вот ее мы и надкусим. Тихо, меня-то не сдавите. Из него прям икра пошла. Текст. Сейчас кинемся. Все лишнее детям. Так, приземляемся поближе. Да, моторы, конечно, это хорошо, но уран-то это лучше. Филинг. Филинг. Так, гироскопами можно переворачивать, да? Я боюсь, его сейчас тронешь, он как перевернется. И будем его опять собирать на всей этой. И всего! Фу. Блин, как мало. Это мало. Я хотел большего. Так, маяк. Надо бы ему, конечно, пильнуть, чтобы никто не прилетел. Ну ладно, пока вроде в этом сценарии никто и не прилетает. Его надо, наверное, в куб заколачивать. Чтобы он не газанул. Либо обесточивать. Тогда это оптимальный вариант. Обесточить. Так, ну ломать я его не хочу. Это однозначно. Ну что, волоком тащить кверх жопой тоже не вариант, да?
Сейчас думаю, ребятушки, мои дорогие, думаю. Ку-ку. А вот как пит как-нибудь сесть можно? Нежнее. Вот, есть доступ в кокпит. Ага. Так, что мы имеем? Все трастеры включены. Выключить мы их можем, когда мы не имеем над ними контроля? Будем надеяться, можем. Да, вроде как выключил. Гироскопы недоступны. Правда, что ли, недоступны? Честное слово, недоступны. Ни хрена я, скакун! Так, и поднять мы, наверное, такую фигломотину не поднимем. Хотя, смотря куда приделать. Да? Смотря куда ему приделать этот орган. А где у меня машина вообще? Оса. Оса. Ну, это было бы интересно, друзья мои. То есть мы берем, ставим на него стыковочный блок. Стыковочный блок. Прям смотрите. Практически каждую серию икшунчик. Ставим мы его, наверное, ему на же этот. На же... Так, это у меня в ту сторону дымить будет, да? Мне бы надо бы его поставить как раз на морду, но я его, наверное, сюда и не поставлю. Так, ладно, попробуем так. Вам нужен строительный компонент. Сейчас мы осу пригоним, а там что было? Что тут? А, тут вот типа это. О. Что? Что ты на меня ругаешься? Оу! Тут еще один был транспорт. Они, в общем, не разъехались. У них проблема. Ой, колесико живое. Блин, патронку распилил. Ай-яй-яй. Главное, чтобы меня сейчас не прилетели, не носил. Не прилетели насявкать. Так, берем свою осю. Не убиваемся на большой скорости. Не убиваемся. Не убиваемся. Блять! Не убиваемся. А. Так. Отцу. Так, эти выключены. Потом, когда его перевернем, и он прям нам послужит еще одним транспортным средством. Летающим боевым, наверное, или даже не знаю, сварочник, наверное, переделаю, потому что сварочник совсем печальный. Тормози. Спасибо. Еще ближе тормози. Спасибо. Так, и мне нужно стыковочный блок. Надеюсь, у меня все на него есть. Ни хрена, у меня ничего на него нет, поэтому выложим и еще раз возьмем. Все, у меня все на него есть. Ой, кадр-то как убежали. Так, кадр 2, дубль 3, где? Ты мой любимый орган. Я понимаю, что у тебя не хватит наглости его поднять, но, по крайней мере, контроль мы над ним получим. Либо контроль над этим потеряем. Ой. Так, дети, уйдите. От экранов. Сейчас будет такая нежная стыковочка. Хорошо. Едем? Едем. Чё сделал? Ни хрена ничего хорошего не сделал, но набрал много трастеров, поэтому сейчас мы его все-таки поднимем. Голь-то она, сами понимаете. На выдубке-то хитра. Два-то я спилил точно. А, и все выложил. Молодец. Возьми на полке пирожок с гвоздями, понюхай и обратно положи. Ням-ням. Спасибо. Как он весь полыхает-то, как он горит. Ням. Ням. Опа, он пытается. Но сил не хватает. Понятно. Останавливаемся. Не хватает тяги гироскопов. Но гироскопов у меня тоже хватает. Я их тоже пару пильнул. Гирь, оскоп. Хопа. Ями. Ни хрена. Сейчас посмотрим, может еще на пару трастеров хватит наглости. На гироскоп есть, а еще на трастер есть. Не же это есть. Еще на один есть. То есть еще один мы сейчас на задницу себе прилепим. Как ускоритель. Чтобы встать. Есть. И еще один есть. Пробуем.
Что-то не то. Что-то пошло не так. Так, сейчас мы его попробуем вот так вот перевернем. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Давай, детка. Да. Ты можешь. Ха-ха. Ток не летит. Стоять-то стоит, но не летит. Ладно. Не хватает еще трастера. Либо облегчить конструкцию. Как мы можем облегчить конструкцию? Еще придумать трастер на подъем. Чуть-чуть не хватает. Совсем прям самую малость на подъем не хватает. Будь же здесь. А еще один есть? Пш, все, кончилось. Опа! Ха-ха, друзья мои. Только питание на 11 минут. А так все похрену. И вперед. А, он не управляется практически. Как он плохо управляется. Но летит. Летит. Вправо-влево не рулит, но летит. Это, наверное, потому что он не понимает, что это какая сетка. Так, ну и что, долетим мы? Или упадем по пути? 5 километров-то пролетим? Меня что смущает? Что он не поворачивает ни хрена. Поворотных не хватает. Так, а тут поворотные. А может попробовать поворотные, кстати, повключать. Будем надеяться, далеко-то не улетим. И же теперь мои. Трастер влево включить. Трастер вперед включить. Трастер вверх. Главное, большой не включить. А то мы сейчас быстро улетим. Вот этот вот. Не, работает. Он меня испугался. Так, тр. Проверяем. Нифига, ну даже меня знает. Вы смотрите. Фу ты. Да-да-да. Самое интересное начинается. Тр вот не может, а поэтому может. Включен, включен, включен. Батареи, батареи. Им можно поставить, кстати, разрядку. Полное исчерпание. Они и так разрядятся через 15 минут. Тут доступ запрещен. Трастер. Все свое ношу с собой. Я. Спотлайт, гироскоп, гироскоп. Тяга-перехват, малые реакторы, пулеметы, стыковочные блоки. Пробуем поворачивать. Оп-оп, ни хрена. Вот вообще не поворачивает. Так. Он, значит, вот в эту сторону быстрее полетит, да? Я же включил трастер. А! Так, дорогие мои друзья, а если я его опять починю, он у меня вместе с этой херней улетит или нет? Как вы думаете? А давайте проэкспериментируем. Все равно конец серии. Интересно же. Я с моей очень на нем. Кака! О! У нас есть рабочий трастер. Ни хрена, моторов не хватает. Так, значит, мы спилим какой-нибудь трастер. Ненужный. Какой нам ненужный трастер? Право-влево. Парочку трастеров уменьшим. И все-таки починим. Опа! Опа! Нет! Хорошо пошел. Вон ураны посыпались. Нет, тормозит вроде. Так, тихо. Так, 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 так. Ем! Я уран набрал. На этот раз он затормозил намного быстрее. Почему-то. Потому что его просто оторвало. Так, ну что мы потеряли? Мы облегчили конструкцию. Да, видать, у него это в голове. Так, ты мой. А, у них на гироскопах тяги-перехваты. Видите, они желтенькие. Это вообще вот отпилить. Так, итого у меня 30 урана. Да. Оно того не стоило ни хрена. Так, моя моль не пострадала? Нет. Моей все прекрасно, только все равно не рулит. Так, теперь все гироскопы стали мои. Ги. Уб. Гироскоп. Ага. Тяга, перехват. Перехват управления. Вот оно что, мои дорогие друзья. Гироскоп, гироскоп. А там же их было два.
Я что-то не понял. А где еще один? Гироскоп 4. Ну, два же было. Фантастика. Во! Вот она. Хреново, но... В одну сторону, конечно, печальненько летает. Так, значит, мы должны здесь сделать меточку. Навигация ОСА. Понятно, новые из текущей позиции. ОСА. Так, ну что ж, мои дорогие друзья. Нет, все-таки что-то не то. Что-то как-то не до это. Один, а вот этот вот вообще не видно. А, он просто гироскоп. Ладно, я его потушу, ибо он все равно лишний. Все, прекрасно стал. Где моя база? Прикольно. 7 минут. Будем надеяться, долетим. Ну что же, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, даже вон с проблесковыми огнями лечу. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Будет еще много всего интересного. Интересные проекты. Дострою, наконец-то, все-таки, свой краулер. Выложу его обязательно в мастерскую. Пишите ваши комментарии, очень интересно читать. Но большинство стараюсь сейчас не читать, потому что, сами понимаете, боюсь спойлеров. Ну а с вами, как всегда, Даев. Ставьте лайки, пишите комментарии. Это я уже говорил, это я просто отвлекся на управление и уже немножко устал от инженеров, потому что очень много строил. Все для вас. 7 Days, не пропускайте видео по 7 Days, у меня там тоже очень весело, сложность самая большая, безумец, будут меня скоро насиловать нежно. Мы хоть тормозить-то будем, нет? О, как он быстро тормозит. И что-то даже он на приземление идет. О, слава богу, хоть сохранилось. Правильно я сделал, что меточку-то оставил? Правильно. Потому что тут более 5 километров. Сейчас я приземлюсь или разобьюсь. О, смотрите, как освещаю прям. Как, прям все в закате. Прикольно. Верхногамный вариант. Ну а всем вам огромнейший лайк за просмотр. Всем приятной игры. Даже колено перед вами преклонил нечаянно. Ну, будем считать, что это у меня новая фишка такая. Всем вам огромнейший лайк за просмотр. С вами был Даев. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Какая прелесть, какая гадость. А цыпочка такая. Всем пока.